Здорово, народ. Хочу показать, где пятый квакун на этой локации лежит. Вот оттуда мы пришли. Ну, или не оттуда, неважно. Вот здесь, короче, этот идол, да? И четыре квакуна вы, скорее всего, сами нашли. А пятого... И надо идти вот сюда. Здесь вот моб ходил. Тут половина локации чистая уже. Там он моб сидел. Половина локации чистая, потому что я до тут дошел. Нашел этот спуск. Здесь вот копьеносец был. Вот от него лут остался, который не берется уже. Я до туда дошел, нашел спрыг. Короче, в этой игре очень много неявных спусков, спрыгов. Вы вот так смотрите вниз, вроде бы можно спрыгнуть, а вроде бы нет. Вот здесь вот стоял чел, вот здесь стоял чел. И вот эта дверь была закрыта, и с этой стороны она не открывалась. Сейчас я покажу, как туда попасть. Во-первых, здесь вот есть лестница, вот. Но нам не туда. Так, а куда? А, вот сюда. Вот здесь вот хрен сидел на полу. Когда вы подходили, сверху падал копьеносец на него. Они тут что-то бились, бились, ну и хрен с ним. А нам, собственно, вот сюда надо. Так вот аккуратненько спрыгиваем. Да? Примерно. И выпадаем в некую область такую. Вот. И тут я тут лут не собирал. Что тут лежит? Обветренная доска. Ну, в общем, сами почитайте, я не буду читать. Табличка. Не отказывайся от рациональности порядка. Терпение, залог успеха. Учись контролировать себя и сможешь контролировать все вокруг. Мудрость, ёбана. Вот. И, короче, вот. И потом сюда. Здесь где-то моб гулял, по-моему. И тут лежит желуди морские. Угу. Что еще есть? Еще что-то ненужное. Угу. А, вот здесь моб гулял, по-моему. Зелье богатства. И вот квакун, собственно. Которому я, кстати, не знаю, что отдавать. Ага. Вот, и... Так, это еще не все, оказывается. Вот, и вот эта вот дверь. Она с той стороны открывается, да? Ну, вот эта вот, которая закрыта была, да? Вот там, там я спрыгнул. Вот, и тут квакун. И еще куда-то проход есть. А вот сюда я вообще не ходил. О, нет. Это дядька. Мощный. Которого я не умею убивать. Ага, а вот и спуск, понятно. Глиняная табличка. Что на ней написано? Тоже что-то написано. Так, и вот, вот этот вот... Так, надо дядьку как-то отманить. Я сейчас с ним не буду биться. Блин, ключа нет, офигеть. А неужели ключ с этого дурачка падает?
Любопытно. Очень может быть, кстати, да? Вряд ли, конечно, но... Но у меня ключа нет. Это плохо. Так, где Квакун-то? Так, ну чё тебе? Заряда. То есть подлинные кости не канают. Придется проделать путь еще раз. На этот раз тут не буду никого трогать. Но вот этого, наверное, только придется. Умри, что ли? Зараза. Так, ну, зелье, наверное. Да твою мать, нет! Осколки. Блин, придется драться. А я под только что все осколки слил. Дурачок. Хватит. Сорок четыре. Блин, ни хрена не хватит. Ему 20 надо, по-моему. Блин, 30 даже, твою мать, это 90 надо. Ай. А это что такое? Stuck in a kind of memory cycle, just like this soul river that no longer flows. Прикольно. Have you thrown out the I already soon. I forgot. Sound. Прикольно. Так, ну ладно, сейчас я нафармлю тогда и вернусь. Я не могу это скипнуть, как он закапывается, вы уж сорян. Ну чё, попробуем этого хрена дернуть. Ай, блин, он жесткий, сука. Не умею я с ним биться. Да ну ёбаные стайминги, блядь. Не завезли, которые.
Ёб твою мать, чё ж ты за... Бля, меня бесит местная боевка, честно говоря. Слегка так, блядь. Ключ от подвала, ага. Так я и знал. Ну, окей, давай. Так, хилок нет. Переобуваемся. Да, и вот это вот место. Это, короче, вот если посмотреть, вот его видно. Сейчас я, может, покажу, где она. И вот он, рычаг, да? Да. Все. Вот теперь я нашел 5 клакунов, я нашел рычаг, и я нашел до этого сокровищницу. И там черным по белому мне говорят, ну как бы намекивают, убей всех клыкунов и приходи, если по-русски. Ну, в смысле, не убей, а накорми, найди всех клыкунов, короче, и приходи, и возвращайся. Сейчас я покажу, что сказать, что хотел показать. То место, где я сейчас был. Где это вообще? Падай только с... Вот оно, это место. Вон, сундук открытый теперь. Это вы, когда вот сюда вот сбегаете, вот по этой дорожечке. Вот по этой дорожечке так бежите. И там вот лестница. Я такой бегу, лестница, окей, как туда попасть? И, короче, туда забегаете, а там тупик. И нигде больше к этому месту не подобраться. Ну, теперь мы все знаем, как это сделать. Зачем я с ними дерусь? Так, дальше я хотел... Надо отдохнуть сейчас. И я хочу еще сходить в сокровищницу.
значит, сокровищница. Ее сначала надо найти. Как ее искать, я уже сейчас не скажу. Но если вы ее нашли, то вы нашли вот эту лестницу. Вот эта лестница, она... Ты как выжил, алё? Камни для кого тут катили? С горы, чтоб тебя убить. А ты выжил. С ума сошёл. Короче говоря, вот вы дошли до сокровищницы и не пропустите вот эту лестницу. Потому что это шорт, она по умолчанию поднята. Вот, ну, в общем, вы вот оттуда приходите, так, такие, раз, хоп. В общем, это гайд не про то, как искать сокровищницу. Это гайд про то, как... Что в ней лежит, короче. Лол. Вот, и эта сокровищница вообще расположена... Вот здесь. Но, ну вот с этой Локи, где идол и вот эти вот двое бродят, но сюда оттуда не подняться. Это мега глупо, конечно, потому что в реальной жизни мы бы ящичек поставили, да, и залезли. Но в игре такого... В игре такого не позволяют. Чувак, у тебя в лавке ни хрена нет. Алло. Sorry. Вот, и сокровищница, собственно, вот здесь. Мне жутко интересно, что в ней вообще находится. И правильные ли я выводы сделал, что нужно найти 5 этих квакунов. Ну, по-моему, это 5-й был. Кстати говоря, я не уверен, что это 5-й был. Здесь зачем-то идол есть. Такое ощущение, что в сокровищнице босс будет. Иначе за нахрена здесь идол? Ой, вот здесь вот хрен стоит. Я, наверное, не всех кукунов нашел. Облом. Я сейчас и посмотреть-то это не могу. Но зато я могу рычаг отнести. Тому чувачку. И посмотреть, что будет. А может быть, тот чувачок как раз сокровищницу и откроет. Такое тоже может быть, правильно? Тут, в принципе, бежать-то недалеко. Но все-таки надо. Поэтому я добегу и продолжу запись. Угу. Ну, в общем-то, уже близко. Угу. Чтобы... Дело в том, что... Чтобы посмотреть... Ой, всех ли кокунов собрал, это надо возвращаться в палатку. В повозку. В карету. И карту трогать грязными руками. А без этого я даже не знаю, как это сделать. Как мне посмотреть... Сколько я вообще кокунов собирал? Где? Не ясно. И это не упущение, на самом деле. Опа. Здесь пацан сидел. Короткое сообщение. Где короткое сообщение?
Странно. Ну ладно. А я что-то сейчас не понял, что я сделал. Вода какая-то. Мне только не хотите ли сказать, что я все там затопил, и теперь сокровищница РИП. Ой, упал. Какая досада. Ну, в общем, что-то хотел гайд путевый записать, а как обычно, ни хрена ничего не получилось. Сокровища не дали. Город затопил. Не совсем понятно. Тебя хоть убью. Ну тогда я не знаю. В принципе, я могу вернуться на корабль. Здесь шорт есть. Да? Просто проверить теорию. Проверить теорию. Теорию того, что я всех пять собрал. Ну, больше я тут секретных мест не открытых не знаю. Если что. Нет, не пять, еще где-то один есть, твою мать. Ну, блин, тогда сорян, чуваки. Тогда надо еще искать. Я думал, это пятый. Тогда я еще не знаю, где его искать, я там вроде все облазил. Пять. А, ну тут я еще не был вообще. Но он спустил какую-то воду. Возможно. Подожди, я, кажется, понял. Я, кажется, знаю. Тихо-тихо. Я, кажется, знаю, что произошло. Так, только вот бы вспомнить сейчас, как туда дойти по-быстрому. Так, где я вообще? Это, короче, мне надо на мост вернуться. Где первый копьеносец был со щитом. И он, по-моему, вот здесь. И там тоже есть неоткрытое место. Да-да-да-да-да-да-да. Угу. В которое я не смог попасть. Вот, да. Sorry.
Только тут, наверное, придется копьеносца убивать. А может и не придется. Вот, и вот здесь вот есть... Во-первых, вот здесь лестница, и чуть дальше там такая же. Во, и тут теперь открыто. А, нет, стоп. А, нет, здесь и было открыто вообще-то, извиняюсь. Чуть дальше там закрыто было. Вот, и вода поднялась, да, ага. А вот эта вот платформа, она плавала вон там, и никак было туда не пройти. Теперь вода поднялась, платформа, собственно, переплыла, и тут стоит сундук, а в сундуке лежит невидимая хренота. Объятия ночи. Атака 40, атака зверей, враги которых Джеральд пометил меткой, Синдрил превращаются в Синдрилов. Что, блядь? Если меткой пометил в Синдрила, значит, стал Синдрилом. Надо попробовать, не понял, что за хрень и зачем это. Синдрилы это белые такие, что ли? А, ну и все, да, и тут больше ни хрена нет. А квакуна нет, да, здесь. Вообще беда. Да, вот эта дверь с той стороны не открывалась. А выводит она на другую сторону моста почти. Угу. Вот, ну, блин. Остался пятый квакун, где его искать, я вообще тогда без понятия. Чё, дядька, подерёмся? Да ты задрал, собака. А, господи. Вот один тайминг просрал. И все, и получил по щам сполна. Давай, давай, давай. Да блин. И на мой взгляд слишком мало времени дают на подход для добивания. Очень мало времени. Не то что мало времени, а перст не двигается. Он сделал, например, какой-нибудь удар. Ему надо принять исходную позу. И только потом подойти, и только потом добить. Это ужасно бесит, на самом деле, когда анимацию я не могу прервать никакими действиями. Потому что перс как жареный. Ты что, меня заметил, что ли? Как? Хватит меня бить, слышь? Алло. Охренел, что ли? Дерешься ты тут. Блин, того приманить надо, а иначе они вдвоем выбегут. Чем тебя приманить-то, а, дядька? Давай тебя приманим, пофиг, в принципе. Ты нахрен рыпаешься? Ты чё?
как ты выжил? Так, ну где искать Квакуна пятого, я не знаю. Как узнаю, обязательно запилю видос. Всем пока!